знаете, когда наступает весна, а сегодня уже первый день весны, мы не знаем, что надеть на себя. То ли куртку, а вроде бы уже потеплело, может быть, уже пальто, а может быть, совсем жарко и лучше жилет на себя надеть. Вот мы сегодня для вас выбрали, по сути дела, три в одном – пальто Важена. Ну вот оно преимущество именно дизайнерской вещи, когда учтены все капризы погоды. Мы здесь соединили и пальто, и стеганый жилет, и на свет родился такой потрясающий дизайнерский эффект. Пальто Важена. Причем здесь учтены еще и модные тенденции. Стеганое у нас пальто, а стежка сейчас просто на пике популярности. Также бренд Pre-Woman учел и момент самый главный – это посадка. Здесь у нас идет прямой крой, посмотрите, полуприлегающий. Более того, у меня здесь козырь буквально рукаве, у нас в комплекте идет еще пояс, которым мы всегда можем усилить женственность и подчеркнуть линию талии. Например, если вы захотите сочетать пальто с юбкой, то мы можем сделать себя более такими женственными, в более классический вектор увести пальто, вот как это сделала, например, Людмила, и посмотрите, как деликатно смотрится. Плюс здесь еще идет капюшон, он не съемный, по конструкции напоминает именно такой воротник шалевый, выглядит тоже эстетично и женственно. Ну и как всегда у бренда Pre-Woman еще и забота о нашем здоровье. Этот пуховик, пальто и в целом изделие удерживает температурный режим до минус 5 градусов. За тепло отвечает легкий невесомый синтепон ультралайт, который скрыт в каждой стежке. Это, Лен, главное предложение только одного дня в рубрике «Мода». Сегодня снижена максимальная стоимость 16%. Вы можете сегодня взять да и сэкономить. Друзья, цена 3499 рублей. Ну и давайте познакомимся с яркой весенней палитрой, которую мы сегодня вам представляем. Итак, серый цвет, говорят, он является цветом года. Причем такой еще жемчужный отлив. Вот он, розовый, девочки, все, кто такая романтичная натура, женственная, какая. Приглядитесь к розовому. Это очень, кстати, редкий цвет именно в верхней одежде. Терракотовый, яркий, насыщенный. Сразу, знаете, такой легкий румянец на щечках будет появляться. И приглушенная база пошла оттенков, хаки цвет, такой прям цвет свежескошенной травы и синий. Ох, я его просто обожаю. Еще есть бордовый цвет и яркий страстный красный. Посмотрите, как много цветов мы сегодня подготовили для вас, особенно ярких расцветок, чтобы вы помнили о том, что наступила весна. Долой черные, долой темные расцветки. Хочется все-таки уже немножко поярче, правильно? На любой вкус и цвет мы подготовили палитру от бренда Pre-Woman. Пальто называется Важена. Запомните это название, но только на один день, потому что завтра этого предложения уже не будет. А теперь внимание. У нас широкий размерный ряд, но мы должны сейчас четко определиться с выбором размера. Ну, здесь нет особой проблемы. У нас идут хорошая размерная линейка от 48 до 66. И здесь нам самое главное по плечикам посадить пальто для того, чтобы именно грамотно смотрелся в точной рукав. А по бедрам и по талии у нас свобода прилегания заложена. На Насте в 50 размере пальто, видите, плечи у нас на месте, плюс сколько здесь места в пройме. Посмотрите, ходуном ходит рукав по всей длине. Причем, кстати, если, например, для вас рукав будет немного длинным, помните о том, что можем сюда вот так подкатать, плюс сделать такой уже более динамичный образ, а подклад в каждом цвете дублирует основной цвет, поэтому выглядит это все в единой стилистике. Плюс ко всему, для нижних типов фигур, опять же, сколько свободы у нас идет по талии и длина 75 сантиметров, посмотрите, плюс-минус 2 в зависимости от роста, то есть до середины бедра. И вот обратите сейчас на нас на всех внимание. Мы разного роста, но длина при этом у нас сохраняется. То есть ни на ком, как короткая куртка, это пальто не смотрится. Да, слушай, отличный выбор будет по размерам. Легкая дистанционная покупка, от себя четко замечу. И для нас капризуль идеальное приобретение. Объясню, почему капризуль. Сегодня мы хотим красивую куртку, завтра мы думаем, вот купить бы красивое новое стильное пальто, а потом думаем, жилета нет. Вот мне бы удлиненный жилет. Вот сегодня вы приобретаете, по сути дела, три в одном.
Вот знаете, вот вчера, например, с утра выхожу на улицу в куртке, понимаю, так, моя куртка уже как-то жарковата, вроде бы уже и весна наступила у нас сейчас вот в Москве и Подмосковье. А вечером думаю, так, пальто вечером надень, надеваю пальто, а уже мокрый снег. И то есть такая переменчивая погода, когда мы не знаем, что надеть. Вот это пальто, я считаю, ну прям вот идеально подходит для весны, и для мокрого, и для прохладного сезона. Абсолютно с тобой согласна. Более того, у этого пальто еще есть маленький секретик. Стежка обработана водоотталкивающей пропиткой. Смотрите, я стараюсь просто изо всех сил показывать вам все здесь и сейчас. Я вооружилась пульверизатором и вот пока имитирую дождь. Посмотрите, капельки собираются на поверхности и скатываются. Просто протерла сухой салфеткой. Угу. Посмотрите, ничего не проникло внутрь. Вот видишь, если бы это было пальто, оно бы промокло. Абсолютно, действительно. Поэтому здесь бренд Prewoman и предусмотрел этот момент. У нас только рукава напоминают пальто, причем здесь достаточно плотная пальтовая ткань, которая тоже не предаст вас во время мокрой погоды. Давай сейчас с нашими телезрителями прикоснемся к фактуре нашего пальто, да? Слушай, знаешь, вот у меня есть кашемировое пальто, но оно не такое нежное, как рукава пальто Бажена. Скажи, пожалуйста, что здесь в составе? Ну, здесь у нас идет трикотажное полотно на основе вискозы. Кстати, сразу видите то, о чем я говорила. У меня в сером цвете, видите, подклад дублирует цвет изделия. Очень мягкий, причем не скатывается, не пеленгуется. Это значит, что вы можете себе представить, вы в стиральной машине можете крутить это пальто, и ничего с ним не случится. А утеплитель у нас надежно запечатан в каждой стежке. Значит, не собьется после стирки. Она стильная, модная. Кстати, очень удобная и легкая, наконец-таки. Ультралайт синтепон. Мы все с вами за зиму устали от тяжести. Помните, иногда до магазина дойдем без сумок и уже тяжело, жутко. А мы сегодня с вами выбираем легчайшее пальто до минус 5 градусов. Идеально подходит. Не забудьте, что оно непромокаемое, и оно очень интересное по исполнению. Здесь как будто бы и пальто, и куртка, и жилет. Серый, розовый, терракотовый, хаки, синий, есть еще красный, бордовый цвет. Какой вам нравится больше всего? Звоните, заказывайте.